Беру сковородку и растапливаю на ней куски сала. Недавно я покупала бекона. Вот представляете, в каждой коробке там запрятан такой кусище сала просто. Просто, вот знаете, кусок сала практически без всякого мяса. И в каждую коробку он подброшен, и так, знаете, незаметно спрятан под другими кусочками. Вот этот кусок сала я решила растопить вот так вот и приготовить вкусный рис. Нарежем морковь и лук. Так, теперь я добавлю вот такую приправу, а также соль и сахар. Теперь добавим чеснок. Тут у меня заранее заготовлен рис, и сейчас мы будем добавлять его в сковородку. Добавлю немного соевого соуса. Пар идет, дымящийся рис. После неудачного бургера, который оказался несъедобным, рис это прям вообще то, что нужно. Давайте есть. Приятного аппетита! Так, что-то не пойму. Горячо. Жир, когда хорошо прожарен, он очень вкусный, хрустящий. Поэтому надо получше, подольше прожаривать его. Мне как-то одна залетная зрительница написала: «Фу, как мерзко, иди прочисти нос». Ты не прочистила нос. Она не понимает, видимо, что когда вы едите горячую еду, пар просто
Ну, дышите над этим, да, и вот это не какой-то насморк. Что там прочищать? Прочисти нос, вот иди и прочисти. Если уж такие рождаются больные ассоциации. У моего блогера любимого началась трансляция в честь Дня Святого Валентина. Поэтому я сейчас доем вот эту вкусняшку. Заварю чайку себе. И буду смотреть. Да. Туалет хочет. У меня там дырка для вытяжки, но вытяжка не подключена. Я смотрела внутрь, куда это вообще ведет отверстие. И теперь я стала догадываться, почему в квартире может пахнуть соседской едой. Вытяжка тянет к соседям. Смотрите, сколько осталось. Сейчас я как интеллигентка в 10-м поколении запью из бутылочки прямо. Что такое? Что ты хотела? Сообщение пришло. Приятельница мне пишет, смотрела. Я ей рекомендовала посмотреть астрологический прогноз от Анжелы Первой. Я говорю, ну посмотри, ну посмотри. Ну она не смотрит и все, ни в какую. Я вот сейчас пришло от нее сообщение, она пишет.
посмотрела на февраль. Пишет, все точно, все совпало. Все то, что уже было, там все совпало у нее. Она только сейчас решила посмотреть. Не слушала меня. Я сама ее смотрю, потому что действительно все совпадает. Так, доедать или нет? Как вы думаете, доедать или нет? Не надо, наверное, оставить надо, да? Ладно, пойду. Закругляюсь. Спасибо всем, кто со мной чавкал в унисон. Вот. Буду сейчас болтать с подружкой. Чаю налью себе. Всем хорошего вечера. Люблю, целую. Пока-пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.